Голосование проходит не только в городе Щелково, но и в других населенных пунктах округа на отдаленных от центра муниципалитета территориях. Так, в штатном режиме работает участок номер 3455, расположенный в Оболдинском сельском доме культуры. Сюда приходят голосовать как жители Оболдина, так и соседнего Супонева. Всего 839 избирателей по спискам. На участке 3467 свыше 1500 голосующих. Здесь выражают свою гражданскую позицию жители Медвежьих озер и поселка Новый Городок, а также местных садовых товариществ. Расположен он в здании местного дома культуры. Работа на всех участках ведется с учетом строгих санитарных правил. У нас в течение дня несколько раз проводится уборка. Члены комиссии тоже, да, работают в масках и перчатках. И плюс у нас есть надомное голосование, там полные экипировки, то есть там и маска, и пластиковая вот защита, и плюс еще специальные одноразовые халаты. Для обработки рук антисептические салфетки, антисептик, одноразовые ручки, перчатки, соответственно, защитные маски. Выдали коврики, по которым граждане проходят. Мы отметили всю разметку, чтобы граждане понимали, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, потому что время у нас действительно трудное, нужно беречь в первую очередь себя и, соответственно, беречь здоровье других.